Вёслав. Первая любовь. Польский сорт, выведен Марчинским. Новинка 2015 года. Вторая группа обрезки. Цветки всегда полумахровые и появляются, ну, видимо, в условиях Польши в середине июня, и клематис цветет до середины августа. Высота клематиса 2 метра. Посажен в 2018 году двухлеткой. А уже в 2019 неплохо процвел для второго года после посадки. Ну, потом начались проблемы. Прошлогодние побеги ни разу не зимовали, а новые появляются поздно, где-то в конце мая, в начале июня. И хотя куст довольно большой уже вырос, цветение начинается только в конце августа. Ну вот, Фёслав. Ой, тоже вылезла в этом году поздно. Расцвела вот неделю назад. Цветочки не крупные, да, полумахровые, очень симпатичные. Их не так уж и много. Но еще и покрылась пятнами. Тут наверху. И опрыснуть у меня ее не было возможности, потому что дождь каждый день, хотя бы по чуть-чуть, но моросит. А кроме того, цветки у нее расположены на концах побегов и смотрят четко вверх. Ну вот 1 сентября, а она вся еще в бутонах. А так как осень у нас в 22 году была ранняя, и в начале сентября уже сильные заморозки, процвести она, конечно, не успела. По поводу места посадки этого клематиса, опять же, ничего плохого сказать не могу. Место солнечное, в меру влажное, почва питательная. Ну и кроме того, по соседству всем довольная моя любимая рапсодия, обильная и долго цветущая. Ну, поэтому буду только надеяться, что следующей весной у этой красавицы побеги появятся уже в начале мая. А зацветет она все-таки в августе. А что мне остается? Тучка. Тучку посадила в 2019 году, а в прошлом, 21-м, уже был вот такой большой куст и очень обильное цветение. А в 22-м году с тучкой что-то произошло. Побегов весной появилось мало, а бутонов практически не было. И лишь где-то в августе появились новые побеги, и в сентябре она все-таки расцвела. Фудзимусуми. Японский сорт, посажен в 2018 году. Сорт второй группы. В описании сказано, что очень эффектный, обильно цветущий, с лазурно-голубыми цветками. Цветет в мае-июне и повторно в августе-сентябре. Вот сказано все верно. И цветение обильное, и цвет необыкновенный. Вот только у моего Фудзимусуми в 22-м году, ну то есть через 4 года после посадки, один единственный стебель и всего где-то около метра роста. Причем моя знакомая, которая купила этот клематис на год позже меня, рассказывала, что уже успела его поделить. Но если мой Фудзимусуми весной будет жив, пересажу его на другое место. Уже наметила, куда именно. Вот сизая птица, которая также чахла, не росла, да и не цвела несколько лет, после пересадки растет как на дрожжах. The First Lady. Вот она такая маленькая. В этом году полметра всего. Но цветки великолепные. Первая леди меня прошлым летом огорчила. С весны был вроде хороший куст, но вырос, правда, низеньким. Но она у меня никогда больше метра не вырастала. А к осени начал сохнуть, видимо, проблемы с корнями. Под зиму выкапывать не решилась, а весной, если будет что-то живое,
пересажу на другое место. Мазуры, польский сорт, третья группа обрезки с всегда махровыми цветками. Посажен в 2019 году. Ежегодно дает один единственный стебель и четко два цветочка. Каково же было мое удивление, когда в одном из роликов на YouTube я увидела большой куст клематиса мазуры с массой цветков. И это в Подмосковье. После этого просмотра весной 22 года клематис переехал на новое, замечательное место произрастания. Огорчил меня в этом году и серебряный ручеёк. Ну, впрочем, я в этом виновата сама. Вылез он очень поздно, и я, желая ему помочь побыстрее догнать соседей, усиленно поливала его азотными удобрениями. Куст вырос неплохой, но бутоны он начал набирать только в начале сентября. И, разумеется, процвести не успел. А жаль, цветочки у него симпатичные. Рамона порадовала первым полноценным цветочком. Крупный цветок. Но цвет синий, все-таки с сиреневым оттенком. Но больше бутонов-то нет. И очень огорчает меня Рамона. Клематис посажен в 2018 году. Клематис второй-третий группы со знаком вопроса. В характеристике у него сказано, что сорт хорошо цветет и на побегах текущего года. Сорт хорошо нарастает и быстро приобретает декоративность. Очень красивый, обильно цветущий сорт. Да, куст хорошо нарос, но цвести категорически отказывается. 1-2 цветочка за сезон, а ему же уже 4 года. Еще один кандидат на пересадку.